Вот так у нас остаток кассет хранилось в зиму. Здесь у нас в основном Альбион. Вот, перезимовал хорошо. И сейчас покажу, куда мы его высаживаем. Глобально клубника еще не занимались, хотя вот тут буквально пару кустиков прошел. Это у нас соната. Это будет второй год. Первый год она буквально слабенько нам ягоды дала. А вот в этом году ожидаем более-менее урожай. Так, поговорим. Альбион. Вот здесь у нас два ряда. Ну, в основном кусты плохо перезимовали. И процентов, наверное, 10 останется на второй год. Клубника еще в таком полном спокойствии. Даже не начинает вегетацию. Так, зеленый лист еще с осени. С осени еще он остается. Так, и вот Альбион. Что с ним происходит? Ну, в основном кусты все идут на удаление. Сейчас покажу. То есть, ну, вот такая картина. Все. Такового ничего не осталось. Один куст. Второй. Ага. Ну, вот это. Полностью пропал. Так, это я тоже удалю. Так, а вот здесь видно вот такая серединка. Что-то есть живое. Попробуем его немного почистить. То есть я смотрю, если куст вообще как бы не держится, я просто его удаляю. Высаживалась эта рассада прошлой весной, открытой корневой, без кассеты. Отработала она один сезон. И через зиму выпадов, да, в принципе, очень-очень много. Так, не отвлекаемся. Ну, значит, вот это я оставляю. Дальше идем. Как бы есть такое немного зеленое на удаление. Ну вот. Все, он уже свое отработал. Все, и затем с кассеты буквально здесь и высаживаем. Все, готово отверстие. Под пленкой земля уже как бы отошла. А грунт еще ночью берет мороз. Еще грунт холодный. Так, а здесь в прошлом году на некоторые места именно розетками на месте я укоренял. Это буквально молоденькая будет. То есть она, может быть, в конце лета была укорененная. Да, вот видно. Отлично. Так. Я думаю, дальше нет смысла
показывать, в каком состоянии альбион. Все идет на удаление. Так, а вот такой усик. Наверное, уже осенью. Вот хорошо перезимовал. Видно. Начнет вегетация уже в этом сезоне. Так, хорошо. И на этом бугре все то же самое. Скажем, сколько вот с 2 метров я оставил. 1, 2, 3, 4. Это была молодая укорененная. Здесь все выкидается. Как бы я не очень в таком восторге, чтобы оставлять прошлогодние такие как бы старые кусты. Но у меня есть как бы уже натянутые вот новые бугры. Хотел бы там высадить уже хорошую кассету. А здесь вот именно с таких старых кустов постараюсь взять усы. Не ягоду, а усы. Ну, посмотрим, как это все у меня получится. Потихоньку делаем мы порядок на клубнике. Думаю, что за февраль, март мы должны все это дело как бы привести в порядок. Вот такие вот дела.